дела у вас? Что люди говорят? Люди говорят, что вот у Навального есть любовница, у Видутова. А она очень двойную, это, она очень, боже мой, это, гуляет, где это. А жену сумасшедший дом сдали, таблетки пьет. И не, он вообще не смотрит, что у него, что женщины. Он хочет быть старшим, руководителем. Нам таких не нужен. У нас государство требует, чтобы нормальные люди были. Хорошо старался для людей, для пенсионеров. В общем, мы против Навального. Да, против. Все народ против.